Приехали с Серегой на мойку. Думаю, машину помыть. Да. Маленькую машинку решили. По-дешевому. Вот справа от нас, там два ряда получается пылесосов, красные и синие шланги. Пылесос бесплатно. Все, сейчас на моечку заезжаем. О, немножко душика. Химия, да? Ага. А, ништяки. Ты сам едешь? Сейчас, да, пока. Пока сам. Алло. Он дядька моет колеса, ты едешь, а он тебе... Ну и на мойке сейчас, за Ириной поедем. Колеса моет. Да. Ну и дядька с опытом, с усами, потому что. Почему? Ладно, потом поговорим. Грамотный дядька, вот все. А он такую грубую грязь, да. Играет, да? Грязь сбил, а сейчас мы потом на супермоечку поедем. Вот, аккуратненько нас поманил. Так вот, нормальные мойки в Германии выглядят так. Колесики, все, арочки, все красиво. А вон видишь этот цепь? Там как бы ролики выпрыгивают. Сейчас мы полностью весь цикл снимем. Вот. Щеточкой тут. Взрослые мужики трудятся на мойках. Ну. Не какие-нибудь там лохопедрики в сапогах. Курящие. Че? Камеру выключи. А, выключи. Окей. Сейчас там может. Он себя боится. Kommst du ins Fernseher? Гандончик какой-то. Зацепил? Ja, aber innen drin keiner Film, ne? Hallo? Innen drin keiner Film, ne? Es kommt aus Russland, will nur zeigen, wie das hier aussieht. Ach so, okay. Ja? Wollt ihr nachbauen? Ja, ja. Lohnt sich. 7 Euro. Oder komplett heute für 10er statt 20? Warte, nehmen wir für 10er. Bindung mit dem? Nee, brauchen wir. Schönen Tag noch, ne? Ja. Ciao. Как бы нейтралку ставишь, да? Ага. И вот он сейчас включит. Что он сказал? Давай за 10 евро, раз да, снимаете. Там, как бы. Нет, 2 царик как бы стоит, он говорит, за 10 евро. А, 2 царик стоит, сейчас скидка какая-то? Да. Платиновая мойка у нас тут будет. У-ху! Ни хрена не видно, что делают с нами. Два царик должны еще и девочки там немножко протереть резинки нам. Резинки, да? А, е. Легкий запах в машине моющих средств. Легкий. Тут света музыка, наверное, для детей. Чтоб не пищали.
Реально крутой, крутой аттракцион. И все написано, что душ, да, какой-то тут. Что делает сейчас? А это что такое? Это снизу. А, снизу моют? Снизу моют, да. Да, вот еще брюшко моют, чешут. О, сушечка. У Сереги что-то стекло чем-то обработано, каким-то антидождем. Все капельки просто фу, все сдувается. Со всех сторон. Вот это мойка. Вот и все, на выход. Весь процесс у нас занял сколько? Шесть минут. 6 минут? Да. Это еще долго, он еще уговаривал комплекс сделать. Слушай, а причем в чем прикол, что 20, а не 7? Какой-то день недели, я не знаю. Так. Ну все, вот мы выехали. Сейчас опять вот стоят пылесосы вот эти в ряд. Пылесосы бесплатные вот тут, после зимы все. Шняга мобилить. Сейчас отремонтировали. А, мойку отремонтировали? Да. Ну а так же все и было, просто подкрасили. Косметику навели. Ну все, и сразу в Макдрайв поехали. Да. Сейчас кофеечком сами заправимся. Скушаем каких-нибудь крылышек ништяковых. Вот такие машины в Германии. Все на свете есть. Что за Ирина? Все. Все. Ну все, господа, до скорых встреч, до свидания, счастливо.